Мазырскі район сёлета стаў адзіным у Гомельскай вобласці, які быў занесены на рэспубліканскую дошку гонару. Аб тым, што па выніках мінулага года гэты рэгіён прызнаны лепшым не выпадкова, сведчаць і сёлетнія паказчыкі. Нашы корэспандэнты наведалі горад над Прыпяццю. Зараз у Мазыры вядуцца маштабныя работы па добраўпарадкаванні горада. Мясцовыя жыхары кажуць, што часовыя нязручнасці, якія могуць узнікаць у выніку таго ж рамонту дарог, іх не вельмі хвалююць. І так вельмі прыгожы горад стане яшчэ больш зручным для пражывання. Мазыранам увогуле ёсць чым ганарыцца. Сведчанне чаму? Занесенне района на рэспубліканскую дошку гонару па выніках работы ў мінулым годзе. Большая ставка делалась на создание новых производств, поэтому 51 организация была создана в районе, в том числе 18 организаций в производственной сфере. Все сферы у нас и направления в отраслях, все достигли положительных результатов, все сработали с чистой прибылью, с рентабельностью продаж хорошей, поэтому такого, чтобы уже какая-то сфера более отстает, нет. У нас положительная, хорошая динамика. Одночасово с Мазырским районом у целым на республиканскую дошку гонору сёлета занесено и мясцовое сельскогосподарщее предприемство «Саугаскомбинат Зара». На Гомельщине яно ведомое тем, что тут першими досягнули надоев у больше як 10 тысяч литров, а средняя зарплата работников зараз складая каля 1400 рублей. Керамництво господарки упэўнено, что становчая тенденции атрымается заховать и у гэтым годе. К этой цифре 10110 литров молока на корову мы шли долгие годы. И отрабатывали определенную технологию кормления, содержания, доения. Поэтому я думаю, что мы удержимся на этой цифре. У нас уже как бы технология отработана. Утрымлівать позиции сёлета атрымліваецца и у целом Мазырскому району, что сведчыць об невыпадковасці принятого рашэння об занесенні на республиканскую дошку гонару. По выніках минулого года экспорт товару 135%, вытворчасць сельскогаспадарчай продукции 107%, инвестиции у основный капитал 110%, средняя зарплата у промысловості 1480 рублей, у сельской господарцы 1087. Еще больше уражваюць объемы выкананных будаўніча-монтажных работ, плюс 58% до узроўню 2018. Прычым размова не толькі аб будаўніцтве жылля, хоць і яго для района узвялі шмат, амаль 66 тысяч квадратных метров. Гэта крыху менш як 102% до узроўню папярэдняга года. Сёння на Мазыршыні завершаецца реалізацыя інавацыйнага праекта па будаўніцтве экспортна-арыентаванага завода па вытворчасці паліўных пелет. Этот год полностью сформирована программа, работаем и загружены более чем на 100%. Даже привлекаем помощников, потому что сами пока не в силах все выполнить. Мы уже работаем над формированием программы 2021 года. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» з Мазыра.